15 волонтерских центров в 11 городах организатора главного футбольного события мира начали отбор заявок российских и зарубежных добровольцев. В целом по России хотят набрать более 20 тысяч человек. В Сочи в волонтерском центре, сформированном на базе СГУ, планируют подготовить 1300 коммуникабельных, говорящих на иностранном языке активистов и в обязательном порядке знающих достопримечательности курорта. В целом задача сотрудников волонтерского центра «Форвард» – привлечение, отбор и обучение будущих волонтеров. С подобной работой в Сочинском госуниверситете хорошо знакомы. Как известно, у сотрудников богатый опыт набора волонтеров на крупные спортивные мероприятия. Прием заявок на Мундиаль как в интернете, так и в самом волонтерском центре открылся в 3 часа дня. Любой желающий гражданин России, гражданин любой другой страны может зарегистрироваться через портал welcome2018.com, стать волонтером на чемпионат мира по футболу и на Кубок конфедерации. Также любой желающий, кто проживает в городе Сочи или является гостем города, может прийти в наш волонтерский центр, где мы поможем зарегистрироваться, ответим на любые вопросы. Поможем все сделать, оформить правильно. Дело это добровольное, но кандидата ждет тщательная проверка. Это, конечно, знание иностранного языка. И, конечно, будет приветствоваться опыт волонтерской деятельности. Поэтому мы всех желающих просим зарегистрироваться через наш волонтерский центр «Форвард» Сочинского госуниверситета. Патриотов своего дела, волонтеров серебряного возраста сложности не пугают. Они снова готовы учиться, чтобы посвятить ближайшие 2,5 года организации крупнейшего спортивного события мирового масштаба и быть полезными родному городу. Вновь хочется испытать вот эти эмоции, эти чувства. Это просто великолепно. Хочется чему-то учиться и учиться. Мало того, что нас обучали компьютером, этого уже мало. Например, английский язык. Вы представляете, английский язык уже мало знать, только буквы или базовый вариант. Необходимо уже продвигаться дальше, intermediate или pre-intermediate. Добровольцы, которых отберут в волонтерском центре «Форвард», будут работать в самом эпицентре события, в Олимпийском парке и непосредственно на стадионе «Фишт». Набор волонтеров продлится до конца года. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.